хочу показать вам прелесть панельных домов. В данном случае этот дом наш, наша квартира. И вот наша розетка в одной из стен. Зажигаем свечу и подносим к розетке. Как вы видите, оттуда дует сильный ветер, который может практически задуть свечу. Не знаю, почему так происходит, но, видимо, там стык панели идет. И, видимо, там где-то как-то фонит, сквозит. В общем, не знаю, только одни догадки. Вот такая у нас освежающая розетка есть в доме.